что у него сегодня на уме. Свидание. Вы для него любимая женщина, хочет, чтобы это свидание состоялось. Стремится к вам, да, готовится к свиданию, боится, получится, не получится. Не понимает, пойдете вы с ним на свидание или нет, согласитесь или нет, но очень хочет этого. Что-то он вас раньше уговаривал, а вы на него обижены, что ли. Или была какая-то ссора, размолвка, или, возможно, давно не виделись, и поэтому он не знает, как вы отреагируете на предложение по тройке кубков. Да? Готовится к свиданию, очень его хочет. Вот. Будет, я думаю, что свидание все-таки состоится. Надеется, что колесо фортуны повернется нужным ему боком, и вы согласитесь. И вы прекрасно проведете время. Строит планы, как можно провести время. Вот четверка жезлов, это буквально может быть какой-то кафе, какой-то ресторан, какой-то дом уютный, да, где, куда вы пойдете и будете наслаждаться свиданием и друг другом. Любит вас и надеется, что все получится, и вы не отложите то, чего он от вас хочет.